Что там, Вадюк? Мужики, там не докопаешься. Все отчеты есть, касса в обратном месте, фискальничек пробивают. Братан, ты же налоговый. Ты, если надо докопаться, найдешь же там какое-нибудь нарушение. Ну, когда нарушение есть, конечно. Мужики, ничем не могу помочь. Мужики, там все по стандарту, короче, ничего не получится, у них все в порядке с этим. Что, вообще нарушение? Даже документы в порядке, на удивление. А здесь? Ты же СС, ты, если надо, найдешь же нарушение. Я старался, я зашел, посмотрел, в этот раз с этими ребятами, наверное, не получится. Извините, ребята. Мужики, там все нормально у них, ты не докопаешься. Огнетушитель есть, запасный вход тоже есть. Все по стандарту, в общем. Айден, ты же пожарник, вот ты же пожарник, блин, а? Вот если надо, ты же найдешь что-то там, а? Не, ну понятно, когда есть, мы находим нарушение. Тут я вам ничего не могу помочь. Что, Бедик, как дела? Что случилось? Братан, мы же с тобой с какого класса вместе, а? Запарил, говори, что хоть. Братан, вот этот дунет закрыть надо. А я тут при чем? Как при чем? Ты же в КМБ работаешь, вам если что-то надо, вы же закрываете. Ты что, тупой? Мы такими вещами не занимаемся. Это какой отдел? Терроризм. Ну вот давай скажем, что вот здесь в обед террористы хавают. Ой, вот ты тупой, Берик. Каким со школы был тупым, таким и остался. Че, решишь, нет? Блин, я думал, КБшки все решать. Какую-то дунетку закрыть не могут. Короче, Берик, теперь давай по моему плану, хорошо? Давай.